Так, дорогие друзья, всем добрый день. Значит, у нас Барса с прокусанной ногой. Значит, точнее, ну да, с ногой задней. Вот, сейчас я вам покажу. Я уже нащупал, посмотрел, осмотрел ее. У нее получается прокус кожи здесь. Вот, вот она дырка. Значит, я ее уже обрабатывал. Обрабатывается она вот такими средствами, то есть хлоргексидин. Это нужно, чтобы обеззаразить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Иди сюда, Барса. Барса. Я сфотографировал прокус для нашего врача. Сейчас отправлю ему. Он скажет, нужно ли нам ехать в клинику. Либо мы будем делать это все. Все. Либо мы будем делать и лечить все дома. Стой, стой, стой. Так, сейчас я вам покажу, что изнутри. Значит, смотрите, как это выглядит изнутри прокус. Это прокус от клыка, то есть клык свину. То есть это, я думал, может быть, на что-то напоролось. Нет, это другая собака. Скорее всего, может быть, во время игры они иногда бегают, ловят друг друга за лапы. Потому что, ну, обычно, если бы это была драка, кусают в холку. То есть, возможно, может быть, не знаю, может быть, она на Кобу залезла. Потому что она иногда... Она иногда залезает на него сверху, то есть делают садку. А Кобе это очень не нравится, он мог ее наказать. Все, 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 все. Все, я сейчас врачу нашему отправлю, Барса, все, все хорошо, молодец, молодец, все хорошо будет, все. Я фотки уже сделал для врача, сейчас отправлю и посмотрим, что будет делать. Ну, как бы она ходит, то есть мышца, скорее всего, не повреждена, то есть повреждена только кожа. Ой, писец, вот так вот. Тут главное соблюдать спокойствие, потому что если прыгать, скакать, визжать, к сожалению, ничем хорошим это не закончится. Вот, прокусили ляжку собаки. Внутри, снаружи. О, все, сейчас он ответит, что как, и там уже будем делать. Но в любом случае, обработка самая первая, то есть медицинская помощь, обработка. И тут уже будем делать. Если что, у нас есть все необходимые медикаменты. То есть травматин, хондотрон, всякие мази, шприцы. То есть у нас настоящая аптечка домашняя. Вот он все посмотрел, сейчас ответит. Ладно, дорогие друзья, всем удачи. Всем пока. Да. Ну чего ты? Кто тебя так прихватил? Ты на Кобу, что ли, залезла? Барса. Что ты... Балбеска.